Я не буду вам говорить о чем, но я вам говорю, что мы будем продвигать Vision Flipme, и мы покажем весь потенциал Flipme. Мы вам покажем вещи, о которых мы вообще никогда не говорили. И я верю, когда мы об этом поговорим, о том, о чем я уже знаю, то вам очень, очень понравится, и вы поймете, что вы сделали самое лучшее решение, когда вы купили Payment Hub NFT. Я хочу пригласить моего дорогого гостя Шукрата на следующую часть. Шукрат вместе с нами. Как твои дела, Шукрат? Я немножечко простыл, наверное, из-за всех перелетов, но со мной все нормально, все хорошо. Я делаю мое самое лучшее. Последний раз, когда я был на звонке, я был в другой ситуации, но сейчас я немножко простыл. Я надеюсь, что в следующий раз будет еще лучше, конечно. Я слышал, что ты очень много путешествуешь сейчас, очень много находишься на разных конференциях блокчейна по всему миру. Да, это именно так. На этой неделе было очень много мероприятий, которые происходят в Дубае. Очень много всего происходит в Дубае. И там будут самые большие мероприятия. На уже сейчас будет самое большое мероприятие. Называется Токен 49. Там будут самые крутые спикеры. Очень много разных компаний. И очень большой потенциал для нас, как Cultural Foundation, представить нашу технологию для всего мира криптовалюты. И, естественно, я ищу новые партнерства, которые будут. Я сделаю мое самое лучшее. И я надеюсь, что мое состояние будет еще лучше. Я уверен, что все будет хорошо. Это то, что нам надо. Новые компании, которые будут работать вместе с нами, с Cultural Foundation, на разных уровнях. Большое спасибо. Я уверен, что тоже тысячи людей, которые здесь, пошлют тебе немножечко сердечек и пожелают тебе, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Но я знаю, что ты работаешь очень серьезно для партнеров. В прошлый раз, когда ты к нам присоединился, мы говорили о очень хорошей новости насчет транзакции, которую должно найти и вот сейчас начать работать. Как я сказал, мы как Cultural Foundation, у нас есть очень большое видение, и мы хотим, чтобы все, с нашей стороны, чтобы мы были как Apple в сфере блокчейна. И мы используем разные инструменты для этого. Последний раз я сказал о нашем партнерстве вместе с Транзак, и сегодня это день, который Транзак начнет работать на Ultron Stop. После этого звонка после этого звонка мы начнем над этим вот работать. Будут разные юзеры уже начнут, могут купить разные карты через карты. В этот раз у вас будет возможность пойти и использовать дебетные карты для того, чтобы купить криптовалюту через Ultron Swap. Это легко. Мы делаем все, чтобы сделать жизни наших юзеров легче, чтобы это было легко делать. Можно будет купить ULX, USDT и BNB через эту систему. Это новое партнерство с Ultron Foundation и с Mavi Global. И это можно будет использовать тоже в Lotto Day. Юзеры тоже смогут покупать билеты на Lotto Day через кредитную карту. Это будет очень легко. Дебетные карты можно использовать и начинать играть. И тоже это будет работать для всех партнеров. Так что новые партнеры, которые будут использовать Ultron блокчейн. Дебетные карты и все остальное, которое будет заказано. И все остальное. Это очень большое достижение для нас. Только потому что я извиняюсь, что я немножечко плохо себя чувствую, но все нормально.
Есть что-то очень важное в нашей работе, и это моменты, когда первый раз говоришь со своим клиентом, и он хочет купить Payment Hub или Staking Hub, и потом надо открывать адреса, отказывать все, делать все переводы. Сейчас у нас будет намного все легче и проще, потому что можно сказать на нашем клиентам вы можете пойти просто на Ultron Swap и купить через кредитную карту там все, что вы хотите, и присоединиться очень легко и купить продукты. Это очень важное достижение для нас, потому что Транзак, перед тем, как они сделали контракт вместе с нами, они сделали очень много проверок и проверили, что мы хорошая компания, что у нас нормальный блокчейн, и что у нас все нормально и все чисто и красиво. Мы сделали это коллаборацию, и это очень важная коллаборация, которую мы используем в сфере блокчейна. И это очень большой этап, который мы вот сейчас достигли. Я очень рад. Я уже не могу дождаться, что сегодня будет, что уже первые люди, которые будут использовать эту опцию не только для нас, как Mavic Global, но тоже для всех других партнеров наших, которые находятся в этой сфере. Спасибо, что ты к нам присоединился на этот колл. Желаю тебе хорошего здоровья. И мы ждем и увидим тебя на ближайшие мероприятия, которые будут в Дубае. Я сделаю самое лучшее с моей стороны, чтобы найти новые партнерства. Майкл, большое тебе спасибо. Mavic Global, большое спасибо за поддержку. Я всем желаю хорошего дня и ночи. Зависит от того, где вы находитесь. И смотрите на нашем канале Tron Foundation. Вы увидите там все, что происходит с нашим чейном. Спасибо большое, Шухрат. Global Star Club. Возможности безграничны.